Привет, привет! Привет, привет! Привет. В гостях Лариса, мы сегодня будем делать... Вообще знаю. Фруктовый лед мы сегодня будем делать. Фруктовый лед! А, волшебный фруктовый лед, Алиса, хотела сказать. А кто там тебе еще помогать будет фруктовый лед делать? Фербичек. Фербичек? Ну-ка покажи нам своего фербичка. А вот он какой фербичек. Фербичек тоже волшебный. Да. Ну ладно, давай. Мама делает, так. Алиса помогает. Что нам понадобится? Нам понадобится малина, киви, персики. Можно использовать мед, мы кленовый сироп используем. Ну и формочки для мороженого. Так, сейчас мы берем персики, перекладываем в блендер. Я хочу. Давай. Давай, помогай. Присядь. Так, молодец. Осторожно. Ой, какая умничка. Давай, мама, поможешь? Еще один. Еще? Ай! Алиса, ой. Булькает что-то. Ну, ничего страшного. Так. Ой. Ой-ой-ой. Ну, молодчина. Ложку клади. Так, теперь берем блендер. Я. Давай, Алиса будет. Подожди, Алиса, подожди. Нажимай вот на эту кнопочку. Сильно. Держи. Держи еще. Молодец, Алиса. Так. Отпускаем кнопочку. Сейчас мы нальем чуть-чуть кленового сиропа. Я. Чуть-чуть только. Давай, мама. А ферби у тебя упал. Он это для того, поспать. Чтобы было не... чуть-чуть сладенько, да, у нас? Он поспать захотел во время такого... Подожди, Алиса, подожди. Кулинарного искусства. Так, что-то у нас здесь чуть-чуть не все размешалось. Так. Сейчас мы здесь все поправим. И еще раз, да, попробуем? Давай, нажимай на кнопку. Тебе нравится? Да. Здорово, да? Да. Так, теперь мы берем чистую чашечку и все сливаем, да? Да, у нас такая все готово, такая штучка. Так, ну вот. Все. Так, теперь мы берем киви, да, Алиса? Я. Давай. И еще один. И тоже будем это все перерабатывать на полотенчике. Садись. Ой. Так. Давай, Алиса, нажимай на кнопку. Не получается? Да. Тебе нравится блендер? Да. Ты можешь туда помочь? Да. Хорошо. Так, стоп. Стоп. Теперь добавим еще немножечко киви кленового сиропа. Да. Это было вкусно. И еще раз перекрутим. Давай. Так, ну вот, видишь, что у нас тут получилось. Да. Теперь берем чашечку. Вторую. И все переливаем. Да. Папочка, у нас получилось две жидкости. Только три жидкости. Отлично. Две, да. Вот. Так, теперь мы берем малину, да, Алиса? Я. Присядь, Алиса.
Так, давай я тебе дам ложечку. И потихонечку перекладывай аккуратненько, да? Ой, молодец. Ты не торопись. Угу. Несёшь. Молодец. Ты любишь фруктовый лед? Да. Вкуснятина, да? Да. Вон полотенчик есть, вытирай ручки. Давай мама тебе поможет. Нет, я сама справлюсь быстренько. Ну, молодец. А в рот хочешь? Да. Ну, попробуй чуть-чуть. Один. Ну, давай один попробуй. А все остальное в чашку блендер, да? Вкусно? Да. Мама ж. Давай мама тебе поможет? Нет, я сама. Много. Давай, мама, остатки, ладно? Чтобы нет, ты не я сама. Тебе нравится делать? Да. Красный лед. Красный лед? Да. А это зеленый будет у нас лед. А это желтенький, да? Да, мне нравится только клубничный. Клубничный? Да. Это малина. Это не клубника, это малина. Я люблю малины. Так, давай вот сюда, смотри, я тебе чуть-чуть помогу. Я... Ой. Вот так. Да. Все. Давай, все. Мы молодцы. Да. Да? Да. Так. Так. И сейчас будем... Не вставай, садись, я тебе сейчас все подам. Так. Сейчас мы опять добавим кленовый сироп. Да. Чуть-чуть. Оп. И опять. Да, мандариновый. Сейчас все размешает, да? Да. Будет вкуснотища? Да. Все, стоп. Так. Теперь берем тарелочку. И переливаем. Да. Так, ну вот, что у нас получается? Формочки теперь. У нас получается 3 перетерты, получается, взбиты в блендере. Малина, киви и персики. Теперь снимай крышечки. Наша мороженица. Теперь мы сюда будем по очереди наливать. Молодец. Так, какой мы будем с тобой сначала цвет разливать? Красный? Да, красный. Давай малину. Потихонечку. Да. Это? Вот это пинг. Да. Да. Аккуратно, потихоньку. Не торопимся, да? Да. Пинг. Это бывает purple. Так. Так. Давай к тебе сюда поближе, чтобы тебе было удобнее. Хорошо? Так. Ой. Ой. Все маме руки завела. Ой, и Фёрби упал у нас. Дай мы вытянем. Да я сейчас вытру. Спасибо, дочь. И сейчас маму вытру. Так, все. Так, 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 так. Сильно много не наливай. Только мама из пальчиков. То я тебя вытяну, вытяну. Так, малину убираем. И у нас примерно, тут чуть-чуть неаккуратно у нас получилось. Вот, где-то примерно вот так получается. Теперь винь.
Фёрбичек. Теперь мы берем ложечки свои. Какой Ли. Будем? Ли. Зеленый. Да. Дай мне ложку. На, ложечку. Так. И наливаем. Оп. Оп. Опа. Так. Так, все, Алиса, туда больше уже не надо. Алиса, не надо. Что нам желтый будет некуда. Так, что показываем, что у нас получилось. Ну, чуть-чуть не очень аккуратно, да? Да. Ну, ничего страшного. Алиса первый раз у нас лед делает. Вот и спасибо. Ну, ничего страшного сейчас. Тебе делал. Нет. Да, точно. Так, давай. Теперь желтенький персик. Добавляем, да? Ну, видишь, как здорово. У нас получается с тобой вкуснотища будет. Да, Лисина? Да. Все-все-все-все-все? Да. Оп! Так, теперь все в фазе. Так, ну вот. Примерно что-то у нас получилось вот так, да, Лисёночек? Да. Теперь мы ставим крышечки. Я буду папа. Это папа. Так, что-то не ставится. Так. Мне не получилось. Не получилось? Нет. Сейчас попробуем. Оп. Ну, ничего страшного, сейчас помоем руки. Так, и ставим на 6-8 часов в морозильную камеру. Что, Алиса, будем говорить пока-пока? Да, пока-пока, Лука, тебя хватит с другом. Пока-пока. Ну вот, наш фруктовый лед замерз. Мы его достали из морозильной камеры. И сейчас вам покажем, что у нас получилось. Ой, какой красивый получились. Алиса уже решила попробовать. Ой, какая вкуснятина. А папе дадите попробовать? Ну, это прям красота какая. Алиса, да хватит попробовать. Алиса уже пробует. Ну, я сейчас, конечно, попробую. Здорово, да? Вкуснятина, да? Алиса. Слушай, правда такая вкуснотища? Вкуснятина? Клубничка, как будто бы. Вкуснятина, маленькая, да? Наша, да? Клубничка? Да, это наша клубничка. Клубничка? А да, что там, из чего получилось? Из чего мы делали, а? Из малины. Из малины. Из киви. Из киви. И из персика. И из персика. И из персика. Это получается малина, персика, киви. Ну, у нас что-то получилось одна малина. Малина, персика. Малина, персика, кивный лед, да? Да. Целая бомба у нас. Какая вкуснятинка, да? А там еще две. Это осталось папе и Егору, да? Да. Это нам с тобой, да? Да. Вкуснятинка? Да. Ну что, мы тогда будем кушать наш фруктовый лед. А всем говорим пока-пока. Пока-пока. Да, подписывайтесь на наш канал. Молодец. Умничка.